Отлично! Всем привет! Всем здравствуйте, друзья мои! Я надеюсь, что меня видно и даже слышно. Потому что прямо сейчас я нахожусь в центре очень оживленного перекрестка на подножии памятника, который вы можете наблюдать за моей спиной. Я надеюсь, что меня видно и надеюсь, что меня слышно. Я нахожусь сейчас в Индии. Меня зовут Олег Петров. Я стал профессиональным путешественником чуть больше 16 месяцев назад. И я сейчас в Индии. За моей спиной уже 11 стран. Я хочу передать горячий привет моим одноклассникам. Практически всем, кто собрался, практически всем, кто сейчас это смотрит. Горячий привет. Всех люблю, целую, обнимаю. Подробности, новости, детали чуть-чуть попозже. Друзья мои, безумно по вам скучаю. Передаю вам горячий индийский привет. Всем. Короче говоря, я буду заканчивать, иначе до следующей годовщины доживут не все. Передаю горячий индийский привет. Увидимся. Всем пока. Слава Украине!